обороны создать. Хорошая передача за спину Филипповичу. На ударной позиции. На ударной позиции Сичко. И великолепный гол Павла Сичко. Вот это выстрел. Браво, мы говорим, 17-му номеру «Динамо» на 5-й минуте. Сичко открывает счет в матче. Казалось бы, все максимально просто. Отличная передача за спину сербскому защитнику Бате Александру Филипповичу. И угол был довольно острым. Для Сичко, казалось, будет исполнять передачу.